спросить тебя вот по поводу языка. Ты вот читал на русском языке, а на немецком языке ты читал? На немецком языке, к сожалению, читал просто потому, что по образованию у меня не было. Вообще не учил. А, понятно. Да. Ну вот, да, насколько тебе вот русский перевод кажется, передает натуру, как бы, вот вальзера? Я считаю, что любой перевод с другого языка, конечно, на оригинале все звучит по-другому. Это особенность каждого языка. Как, например, видимо, русский Достоевского перевести на английский, на французский все равно тяжело в нашем менталитете. А вальзер тебя не сподвиг изучить немецкий язык? Он меня... Нет, я начал его изучать, но совсем недавно, и только делаю первые подвижки. Меня сподвиг не вальзер, а Томас Манн. Ага. И как бы ты мог охарактеризовать вот эпитетами вот вальзера? Какой он для тебя лично? Я думаю, вальзер, главное, что он жизнелюбивый, он любит жизнь, любил. Он честный сам с собой, я думаю. Вальзер. Он любвеобильный в том отношении, что он любит людей, в принципе, очень любит человечество, как бы, по отдельности. А ты ассоциируешь?